Также исполком поддержал решение о передаче в собственность территориальной громады отреставрированного дома Русова. Инициатива возникла в связи с появлением неких риэлторов и недобросовестных регистраторов. Они пытаются передать право собственности на помещение в доме с сомнительным лицам. Решение исполкома сделает подобные махинации невозможными, уверяют городские чиновники. Там происходит регистрация прав собственности у нас за спиной, в том числе коммунальная собственность. Сегодня это своеобразный такой месседж, который мы послали всем тем, кто когда-то купил знаковые объекты для города. Их достаточно много, представляющие за собой историческую архитектурную ценность для города. Купить купили, а денег на то, чтобы привести в порядок, нет. Поэтому сегодня мы показали, что у нас есть возможности, желание и решительность в наведении порядка в этой вопросе. Напомню, реконструкция дома Русова длилась 1,5 года. На работы было потрачено около 150 миллионов гривен. Из них 129 из городского бюджета. Рабочие укрепили фундамент, перекрытие здания, отреставрировали фасад, восстановили статую и элементы декора, сохранив аутентичность памятника архитектуры.